Случилось страшное. Слава заставил меня идти на работу. И, собственно, поэтому сейчас ролики не смогут выходить каждую неделю, как это было все эти замечательные 5 месяцев. Думаю, что будем выпускать раз в 2 недели. Очень надеюсь, что я буду успевать хотя бы в таком режиме выдавать то, что происходит у нас в нашей усадьбе. Маленький спойлер. Мы уже чуть-чуть кое-что начали. Не только бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Получается, самая настоящая летопись нашей жизни в нашей усадьбе. 2 мая, на следующий день, мы приехали снова на свой участок, потому что вчера мы так ни к чему и не пришли. Немножко были обескуражены тем, что лужа никуда не уходит и с водой ничего не делается. Начали менять свои планы, думали. Голова заболела, уехали домой, переспали. Но утром решение как бы пришло, но как бы еще не совсем до конца пришло. Мужчина, вы меня пугаете. Что такое? Это инструмент. Я вот подумала, что там, может быть, мы еще одну лопату купим для меня персонально, чтобы я тоже так же, могла. Вот поэтому у нас одна лопата, а не две. А то еще мало что тебе свою еду. Пык-пык, возбреденный. Наши постоянные зрители помнят, что у нас в планах было построить 3 дома. Первый временный вот здесь вот внизу участка, дальше второй сбоку и основной такой дорого-богато, чтобы там наверху на самом козырном месте. Мы думали, наши планы чуть-чуть начинают меняться, но в общем мы опять передумали все обратно, потом передумали снова обратно, потом снова обратно передумали. Скоро сезон закончится, а мы, видимо, так и будем думать. Наобщалась с камерой? Ну и как? Ну ничего, отвечает. Ага, понятно. Мне кажется, если мы выкопаем поглубже, так чуть-чуть укрепим стеночки, то у нас будет прекрасный бассейн для летней жары. Вчера мы приехали в надежде, что воды не будет. Хоть немножко понизился уровень, но она осталась. Я немножко, так сказать, пребывал в панике. По этому поводу, потому что те планы, которые у нас были, они были просчитаны, рассчитаны, они абсолютно нас устраивали. И менять их вообще как бы не хотелось. И вообще по-хорошему нельзя вот так вот быстро принимать решение об изменении планов. Особенно, когда касается чего-то долгого, как строительство. И поэтому, посидев вечером и покушав вкусный пирог, и тортик, да, еще был тортик, я решил, что мы будем, так сказать, биться за это место до конца. Ну, я думаю, максимум до середины июня. То есть, если ситуация не изменится здесь с водой, то мы дом переносим туда, наверх. А если изменится, значит, все идем по-старому и так далее. Так, а сейчас я, наверное, немножко воды вылью отсюда. И мы свой этот заделаем нормально, навесик, и поставим его сюда. У меня возникло почему-то такое безумное желание раздеться и погулять там босичком вот в этой лужице. Ключевое слово — безумное. Ну давай, выплесни его туда. Правда, такое ощущение, что мы сейчас это делаем. Мартышкин труд. Я вчера хотел насос купить. Что-то потом подумал, за хрен с ним. Вот так вот шутками, прибаутками мы решили помыть забор. Понаехали городские в деревню на строительство дома. Лучше я насос бы купил. Не хочешь сейчас покупаться? Нет, сейчас уже не хочу. Ё-тим! Что случилось? Сапог продырявился? Да пока не знаю сапогом, а вот штаны уже это. Адидас, ты меня называла! В общем, ладно, короче, этим можно долго заниматься, от нечего делать. Но нам есть чего делать. Так, мне нужно что-то, чтобы я вбил в край ямы и обозначил уровень. Вот. Она типа это, корни пустила.
балку уровень фотографирую, что как она сейчас вот с водой. Потом мы сравним, когда приедем, посмотрим, что тут происходит. Сейчас, короче, нам что, мы надо эту сделать нормально, навес, и забить панельки, чтобы стол был, ну, нормальный. И все? Ну, да. Не, давай еще что-нибудь поделаем. Что ты хочешь? Что ты хочешь поделать? Ну, еще какую-нибудь яму покопаем. Ты вспахивай огород себе, что? А скажи мне, где вспахивать? Вот, ну, вот здесь вспахивать. Где? Вот ну, на месте второго дома. А еще знаешь, что надо сделать? Еще мне надо зеркало сюда. На забор прикрепить. Это очень нужно. Прям вот жизненно необходимо. А вдруг отражаться перестанешь? Я? Да? Напугаешь меня до смерти? Кто потом дом будет строить? Слушай, ты мне тут завязывай это, стриптиз устраивать. Ты не в курсе, что ты замужняя? Так что смотри. Что это за ладно еще такое? Так точно? Так точно. Товарищ генерал, главный командующий. Товарищ генерал, генералиссимус, главный командующий Путин. С фамилиями аккуратней. Вообще, давай с тобой договоримся, что режущие, кожущие инструменты ты берешь с моего разрешения после краткой инструкции. Ладно. Потому что что-то я начинаю уже переживать. То ты дома это умудряешься что-то сделать не так. Слушай, это же у нас такая мини-крыша. Купим большую такую, накроем вместо крыши. Ты что делаешь, мартышкин труд, я не могу понять. Ну завяжи сразу, зачем нам это? Вот так вот сделай и завяжи. Зачем 100 раз перевязывать? Знаешь такую в детстве игру клёк? Нет, у нас таких нет. Это берешь палку и сбиваешь банки. У нас это называлось палки-банки. Вот, ну неважно, как там у вас называлось. То есть я метать умею. Ну или, по крайней мере, это вспомню, так сказать, как это делается. Палки-банки. Палки-банки. Не хватило этого фантазии на что-то? Палки-банки. А? Палки-банки. А я... ты палка-банка. То есть со второго раза, наверное, у нас это получится, да? Сделать просто обычный навесик. Вот для этого нам и надо строить несколько домов, чтобы с третьего раза уже гарантированно получилось. Тогда выходит, что первые два должны развалиться. Ну, как минимум, крыша будет протекать. Ну, я думаю, что вчера накопались. Настроили, потом вечером отметили, и сегодня уже это, короче. Как-то не строится уже. Хочется уже скорее бытовку сюда привезти, и так это, чтобы уже какой-то были атрибуты. То есть, короче, чтобы можно было поваляться, да, наверное, побалдеть, короче. Поехали. Сейчас бы, если часочек вздремнуть, то силы прибавились бы и вперед по новой, короче. Можно палету печь. А можно быть просто принять правило за то, что молчание золото, и быть умной. Поэтому женщины все в других роликах молчат. Ну, наверное, чтобы лишний раз не бесить строителя в лице мужа. Приходит понимание, почему люди, когда делают у себя планировку, участка, там ландшафт, да, делают, они много завозят песка, а потом сверху уже немного, как бы, ну, чернозема там, ну, или такой вот
чтобы песок дренировал, чтобы вода уходила. Глина его держит. Ну, в связке с корневищами вот этими всеми. Глина воду держит. Ладно, посмотрим, домыслы все это. Традиционный обед у нас закончился. И на сегодня все. А в следующий раз, я надеюсь, мы займемся... Мы займемся чем-нибудь полезным, да? Да. А то получается, что приезжаем и едим.